Мальчишки заспанные, прям с самолета. Улыбки на лицах умиротворенные, довольные. Они привезли домой 100% результат. В Могилеве мальчики сыграли 5 матчей и в каждом одержали победу. Им противостояла местная команда и несколько московских. Огромное вам спасибо. То, что вы прививаете к своих детей, любовь к этому замечательному мужскому виду спорта. Ну что, и новых вам побед, новых успехов. Мы с вами. Молодцы. Вот этот первый ваш уже международный турнир, да, который вы сегодня посетили Республику Беларусь и показали себя там действительно самой высокой стороны. С дороги сразу выпейте чая, поправитесь, значит, ну а потом уже поедете отдыхать. Капитан команды. Моя команда справилась. Первую игру мы привыкали ко льду. Игры были не все легкие. Ни одной команды не было, которая не проявила характер. Я когда играл первую игру, мне очень хотелось победить все остальные. Мы вначале играли в ничью, а потом начали выигрывать. Я довольна нашим выступлением, мы заняли первое место. Игры были все сложные, ни одна игра не далась нам просто так. Наш тренер нам говорил: настраивайтесь на игру, не смейтесь, ничто, это не шутки. Мы должны занять первое место, мы приехали не за вторым и не за третьим. Ну, мы специально не играли на Дальний Восток, мы просто готовимся на золотую шайбу. Ездили до этого по осени в Москву на турнир, на товарищеские встречи. Сейчас ездили на турнир в Белоруссию. Тоже подготовка к золотой шайбе. Мы надеемся, что золотая шайба у нас не пройдет бесследно. Дети, да, очень настраиваются, к этому готовятся. Они очень поймали в Белоруссии очень большой азарт. То, что для меня это было нужно. Золотая шайба – главное испытание для этой команды. Беларусь стала тренировочным этапом на пути к финалу важнейшего турнира страны. Начнутся игры уже с середины февраля.